Ребята, всем привет! С вами я, Андрей Сухин. И сегодня поеду из Луги до города Нарвы. Свезу грузик. Также это новый видосик и новый рейсик. Также я в мультиплеере нахожусь. И, ребята, всех с наступающим и с Новым годом 2020. Вот. Ну и я поеду, а вам я только желаю приятного просмотра. Садитесь поудобней. И я поеду. И также, ребята, сегодня будет у меня видеоролик. И я уже, может быть, с 1 либо со 2 января. Ну и вообще все, может быть, новогодние праздники буду просто отдыхать. Бочку везет. Вот. Ну, хотя, может быть, он и правильно делает, потому что скользко, может заносить. Я с ним соглашусь. А так, то, ребята, пока что я поеду. Ну и еду дальше. Вот. Так. Поехали дальше. Также, ребята, у меня все по-новогоднему. И новогодняя музычка приятная. И я еду и кайфую. Ох, надеюсь, вы этого не слышали. У меня просто, ребята, за окном сейчас кто-то то ли салют запустил, либо бомбочка бабахнула. Да уж. О, еще раз. Надеюсь, вы этого не слышите. Что ж, ребята, я ненадолго отходил сока попить. Вот. А мы уже в Нарве. Либо Нарва, как-то так город называется. Вот. И также, что ж, я нахожусь в мультиплеере еще. Привет, привет. Посигналил мне. Все глушим. Выключаем и все. Ребята, если кому-то данный видеоролик мой понравился, зашел в старом году, то, ребята, ставим лайк, колокольчик. И также не забываем подписываться на мой канал. А с вами был я, Андрей Сухин. И всем пока.